На прошлой неделе медицинские работники России отметили свой профессиональный праздник. Дата была учреждена в 1980 году и отмечается уже 30 лет. В этот день в Люберецком районе вручали медицинский «Оскар» лучшим профессионалам своего дела. Подробности в нашем следующем материале. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все профессии в мире от людей, и только три – от Бога. Свой дар свыше получает судья, педагог и врач. Последняя профессия – одна из самых уважаемых и почетных. Шутка, наверное. Но если школа не будет работать неделю, ничего не стучит, страшно. И если суд не будет работать так же. Но вот если больница закроется на один, на два дня, это будет проблема не только Люберецкого района, а проблема, наверное, России. Власти Люберецкого района оказывают посильную поддержку системе здравоохранения, но проблемы есть. Лечебные учреждения укомплектованы кадрами на 53%. Не полностью оснащена материально-техническая база. Нужны финансовые вливания, отметил глава района. Но в праздник лучше о приятном. Пообещав медикам заняться реформой здравоохранения, Владимир Ружицкий перешел к поздравлениям. Я искренне желаю, чтобы в вашей жизни вы не знали болезней, чтобы вы не знали обращений к своим коллегам. Я искренне вам желаю благополучия, достатка, и давайте совместно заниматься на просторах Люберецкого района профилактикой наших людей, профилактикой заболеваний, дабы они к вам обращались как можно меньше. Поэтому я вам искренне желаю, чтобы у вас работы было поменьше, а зарплата побольше. С праздником вас! Более 50 почетных грамот от властей Люберецкого района и Московской области были вручены в этот день медицинским работникам. Награды врачам учредил и Совет депутатов города Люберцы. Я хочу от имени Совета депутатов города Люберцы заверить вас, что хотя по полномочиям, определяемых сегодняшними законами, городские власти как бы не относятся в прямом отношении к медицине, да? Но тем не менее мы очень внимательно наблюдаем, смотрим за вашей работой, за вашей деятельностью, проникаемся вашими проблемами и помогали, и будем максимально помогать в их решении. После официальной части инициатива перешла в руки медиков. Организаторами праздника был учрежден медицинский «Оскар» района. Самым терпеливым и внимательным доктором была признана Наталья Вячеславовна Каменева, врач-терапевт поликлиники 2-й Люберецкой больницы. В номинации «Самый популярный доктор» награду получила главный врач Малаховской поликлиники Нелли Александровна Досаева. Я вам всем желаю здоровья, счастья, любви. Любите и живите. И спасибо вам за все. Медицинский «Оскар» получили практически все лечебные учреждения района. Номинаций было несколько. Среди них самые неожиданные и курьезные. Подробнее об этом в программе «Будьте здоровы», которая выйдет в эфир 24 июня. Юлия Шпиль, Алексей Серьезнов, Люберецкое районное телевидение.